С 15 сентября стартует массовая вакцинация против сезонного гриппа. В целях своевременного формирования иммунитета прививку будут получать медицинские работники. Дети, состоящие на диспансерном учете, часто болеющие, дети старше 6 лет, лица с хроническими заболеваниями. На данный момент в СОРВИ госпитализировано 2000 человек. В реанимационном отделении получили лечение 3 человека. Всего против гриппа планируется вакцинировать 185 тысяч актюбинцев. Прививку можно получить во всех городах. Городских и районных поликлиниках на бесплатной основе. Период подъема заболеваемости гриппом ОРВИ и COVID-19, проведение мониторного контроля температуры тела работников перед допуском на их рабочие места и течение рабочего дня с отстранением их от нахождения на рабочем месте для лиц с признаками ОРВИ. Основные меры профилактики гриппа и других вакцин управления инфекционным заболеванием, естественно, является вакцинация. Мы об этом каждый раз говорим.